контроль якості повітря. Криворізьке підприємство «Метінвесту» встановили 14 постів автоматизованої системи екологічного моніторингу. Обладнання розташоване в межах санітарно-захисних зон виробництв і містить метеостанції, прилади для вимірів запилення та вмісту хімічних сполук. Інвестиції в моніторинг склали майже 16 мільйонів гривень. В рамках реализации мероприятий городской программы по решению экологических проблем Кривбаса и улучшению состояния окружающей природной среды нашим предприятием проводится работа по внедрению автоматизированной системы экологического мониторинга атмосферного воздуха. Автоматизированная система экологического мониторинга предназначена для непрерывного контроля за состоянием атмосферного воздуха при работающих источниках выбросов нашего предприятия. Для того, чтобы контролировать эти показатели, наше предприятие установило два автоматизированных поста в жилых массивах, расположенных вблизи нашего предприятия. Это первый пост, который расположен на микрорайоне Индустриальный, и второй пост, который расположен на микрорайоне Восточный 2.